Не героизировать бандитов и террористов призвал президент. Касым-Жомарт Токаев высказался о январской трагедии, о том, что необходимо сделать, чтобы не допустить повторения событий. Тем более есть силы, как признался глава государства, которые, цитата, «очень желают этого». Нужно извлечь уроки. Те, кто совершил госизмену, скоро предстанут перед судом. В отношении других, тех, кто пошел на поводу, будут приняты иные меры. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа. В скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. Следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено.